до села Большой Улуй немногим более 200 километров на северо-запад от краевой столицы. Небольшой населенный пункт, в котором сегодня проживает около 3000 человек. Денис Султанович – коренной большоулуец, любящий родное село и не собирающийся его покидать. Вопреки бытующему мнению, что молодежь не хочет жить на селе и рвется в большие города. Денис признается, что здесь его родина, каждый уголок по-своему дорог. Самые яркие воспоминания, конечно, из детства, большую часть которого он со своими друзьями проводил на берегу. Все наше лето напролет мы проводили целыми днями. Как только ловили первые жаркие деньки, мы бежали сюда, чтобы искупаться в реке. Потому что здесь очень теплая и хорошая вода. И место очень комфортное для того, чтобы можно было позагорать на песочке, полежать и провести полноценный день. Также постоянно мы очень часто ходили на рыбалку, потому что это тоже одно из самых наших любимых занятий с братом было. И мы днями и ночами проводили на реке. В том деревне, может быть, отличается от города, что мы должны уметь все. Уметь работать руками, уметь выживать. Жизнь каждый день нас подталкивает к тому, что мы должны чем-то заниматься. Потому что есть двор, нужно что-то строить, ремонтировать, убираться. То есть ты же сам создаешь свой быт. Никто за тебя его не сделает. Есть в Большом Улуе живописное место на берегу одноименной реки, где русло разворачивается почти на 180 градусов, образуя красивую петлю. Оно считается одной из достопримечательностей села и знаковым местом. Данное место называется урочищем Белая Глина, потому что если посмотреть с реки, то очень хорошо видать. Это большая высокая отвесная стена из глины, и цвет этой глины очень белый. То есть и именно с этого в народе это место называется Белая Глина. Когда я познакомился со своей ныне женой, на тот момент это просто была моя девушка, она приехала с Красноярска ко мне в гости первый раз, и я привез именно на это место, то есть, для того, чтобы, наверное, очаровать красотами Большого Улуя, и она все-таки передумала приехать жить ко мне. Возможность переезда в город Денис даже не рассматривает. Главное правило, которого он придерживается по жизни – где родился, там и пригодился. Менять место жительства – это очень, во-первых, сложно, потому что я здесь вырос, родился, здесь мои бабушка, родители, здесь мои братья, сестры. Ну и второе, я думаю, здесь хорошо жить, здесь комфортно. То есть ты получаешь в жизни здесь все удовольствие, какие хочешь. То есть надо съездить в город, то есть, пожалуйста, город под боком. Ну а с другой стороны, для комфортной жизни нужно, чтобы дома было тепло, порядок, спокойствие. Мне этого хватает, и я поэтому не хочу менять место жительства. Единственное, что нужно для жизни в селе, это желание, я считаю, и все остальное, оно приложится. Особых каких-то навыков для этого не надо. Оно все само приходит, потому что жизнь в селе, она заставляет тебя, скажем так, подстраиваться под эту жизнь, и все эти навыки, они приходят сами по себе.